Господи! А що тари? Этот вопрос власти, во-первых, планируют организовать еще 6 автовокзалов до 2016 года и, во-вторых, намерены предоставить конкурентные преимущества для легальных перевозчиков. Основная идея в том, чтобы прибыль водителя зависела не от количества заполняемых мест в автобусе, а от фиксированного тарифа за каждый километр. Народные новости. Правоохранительные органы, которых теперь тоже привлекут... Вопрос номер один – это из чего подвал есть? Подвал и залит бетоном, это такая большая бетонная монолитная конструкция, то не так-то это страшно. Даже если мы будем на вытяжке, у вас что пострадает, это люди, которые будут мыться, потому что чудовищно. Но бетон, после того, как он набрал уже свою степень затвердевания, он достаточно устойчив к влаге. Ну, недаром у нас все фундаменты. Нормально, блядь. Так, блядь, ездит. До 16 часов. На выезд в Москве проходит тотальный диктант. Желающим принять участие в автобусе Алексея Иванова. За ходом диктанта в Московской высшей школе социально-экономических наук наблюдает Андрей Позняков. Бил, блядь. Thank you.
пьяный, сука, блядь. Continue the rest of the workout. We're going to slow things right down, and we're going to start with a little bit of kung fu. So put the weight on the back leg. Да, блядь, что ты пушку, блядь? Приезжай, куда, блядь? Баран, что ли, блядь? Да?